Всем привет! Давно собирался этим заняться, вот только сейчас появилось немного времени. Значит, это шар с прицепного, имеет диаметр 150 мм. Это блин из 3-миллиметрового алюминия диаметром 165 мм. Чтобы не мучиться заставлением, прочертил диаметр, равный диаметру прижимного пятака. И чисто визуально прижму и поправлю. И торец прижимного пятака маленечко сделал небольшой радиус, чтобы не плоский прижим был. Очень прочно зажимаю. Ролик разворачиваю. Так, кстати, ролик ранее было видео на канале по его изготовлению. В описании будет ссылка на это видео. Катать буду этим роликом. Обороты 400.
Так, ну все предварительно обработано и обкатал. Сейчас нужно будет это все снять. Со снятием тут не все так просто. Роликом бесполезен, потому что у него радиус большой. Все готово. Опять же, это предварительно готово. Ну, а вот что в итоге должно будет получиться. Придется маленечко подогнать. Это уже другая история.